ценить время, учиться и тренироваться. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Бахтияр Ахмедов и чемпион мира Абдусалам Гадисов встретились со школьниками Бабаюртовского района. О чем титулованные спортсмены говорили с детьми, узнаем в материале Курбана Рагимова. Овации, танцы и стихи. Так встречают чемпионов в Хасанайской школе. После приветственных слов беседа проходит в формате вопрос-ответ. Детей интересует все. Первые шаги в спорте Абдусалама Гадисова и самые громкие победы Бахтияра Ахмедова. После встречи школьники еще долго не отпускают своих гостей. Большой ажиотаж вызвал приезд и в Адильянгиюрт. Стены актового зала местной школы едва вместили всех желающих. Гости делились богатым жизненным опытом, говорили о трудностях на пути к успеху и напутствовали учащихся. Желаем вам незыблемых высот. Вы должны осознать, что самый ценный ресурс жизни – это время. Сейчас у вас есть время. И это время своей жизни вы должны правильно распределить. Правильно расставить приоритеты и ценности в жизни. И именно от этого будет зависеть не только ваша судьба, судьба ваших родных, близких и вашей отчизны. Кульминацией этого дня стал мини-турнир в райцентре. Под присмотром почетных гостей участники показали все, чему их обучали тренеры. В яркой борьбе награды в единственном весе до 65 килограммов оспаривали 9 вольников. В финале Гаджимурат Курманалиев взял верх над Артуром Гамидовым. Все призеры получили кубки и денежные премии из рук чемпионов. Бахтияр Ахмедов, Абдусалам Гадисов приехали по нашей инициативе. Мы хотели пригласить для того, чтобы познакомиться с нашей молодежью, чтобы наша молодежь воочию увидела этих легенд спорта, этих людей, которые, в принципе, сделали все в мировом спорте, показали, прославили наш Дагестан. Очень приятно то, что данный, можно сказать, марафон спорта мы завершаем именно этим спортивным мероприятием, турниром, который посвящен памяти нашего выдающегося бабаютовца, человек, который отдал жизнь за мирное небо головой, чтобы наши дети, наши отцы, наши матери спали спокойно. Закарьев Дагир Махмудович. Карьера у чемпионов не вечная, но именно спорт закаляет характер. Об этом гости рассказывали уже в заключительной беседе. Именитых спортсменов окружили свыше сотни детей и взрослых. Были в нескольких селах и общались тоже с ребятами, с молодежью. Мы приехали не маленькой командой. С нами приехали еще наши друзья, наши братья, которые, к сожалению, не добились больших высот, не стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, но они в жизни добились того, что является самым главным. Они стали настоящими людьми, настоящими чемпионами по жизни. Я хочу вам сказать, что вы посмотрели друг на друга, чтобы вы относились вот рядом, кто у вас стоит, вы по жизни, чтобы были братьями друг для друга. День выдался насыщенным, но чемпионы уверяют, они всегда открыты для подобных мероприятий. Ну, это прежде всего наш долг, как спортсменов, олимпийцев, членов сборной России. Я думаю, это нас не должно утомлять. Ну, конечно, целый день на ногах немножко утомляет, но видишь радость на лицах детей и усталость снимает рукой. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Бабаюртовский район.